Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, защитная арматура, ускоритель дым. Новые задания. Так, а я маневр не сделал. Выиграйте 6 гонок, отлично. Отличные сегодня будут задания. Дай-ка я открою бесплатный сундук. Тяжеловоз, колесный ускоритель. Даже так. Даже так. Ну что, всем привет. С наступающим, ребят, вас. Подожди, а с наступающим разве с большой буквы? Да фиг его знает, ребят. С наступающим всех. С наступающим всех. С наступающим всех. Скоро Новый год, да, друзья мои, скоро Новый год. Ну, а я поехал сегодня, буду попробую взять 33 тысячи кубков. Если у нас быстро это все дело пройдется, то, возможно, я пойду и 36 тысяч кубков возьму. Да что такое, йогурт поел холодный, и теперь горло у меня першит. Как всегда. Ну что, ожидание остальных игроков? Нет, только не говори, что мне надо будет отключать VPN, скорее всего. А, нет, все нормально. Прогрузка, конечно, долго идет, но главное, что она проходит. Йоу, тихо. Но я вижу я, что этот байк там летит, но он обделался. Он обделался, он, по-моему, даже, ребята, если не ошибаюсь, приехал самым последним. Так, поехали. Так, тут главное не оплошать. Да, и здесь мы тоже красавчики. Ну и последнее испытание балансом. Ну давай посмотрим, что это за испытание балансом. Пока идет все топово. Идет и заканчивается тоже, ребята, топово. Хе-хей. Так, 25-й день, забираем с тобой ускоритель. Мэри Дрифмас, получите от нас подарок. Зимние шины, колесный ускоритель, форсаж. Форсаж и ускорители. Ну, нормально. Да, снимаю видос. Так, ну что, ребят, поехали, эпические холмы. Я думаю, что здесь, наверное, мы будем на раллийном авто проезжать эти эпические холмы. И я надеюсь, мы с тобой их четенько проедем, а? Ты посмотри, а? Ну ты посмотри, а, вот, ну как это может быть? Ну, друзья, ну это же чушь полная, блин. Что вот эта вот говнотачка, блин, еще тут что-то выделывается. Офигеть, он даже здесь не врезался, не застрял, ты понимаешь? Бред полный. Он должен по приоре, ребята, врезаться. Врезаться и хотя бы немножко потерять скорость. Он нифига не теряет скорость, понимаешь? Да выделывался. Наконец он там перевернулся. Есть на свете справедливость, друзья мои. Так, теперь другое лезет, а? Теперь другое чудовище лезет, понимаешь, к нам? На огонек, блин. Прискакало. Вот. Давай, родной мой, ну, пошевеливайся там сзади, видишь, кто ползет? Кривозадов. Все. Фьюх. Так, друзья мои, ну что, давайте последнюю гоночку мы с вами разрулим как следует. Я не знаю, это какой-то читер. Ой, блин, опять то же самое. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, дебилушка. Так ему и надо. Так ему, ребятушки, и надо. Нечего выпендриваться. Все, а мы красавцы. Ух, нифига себе, это что за, а что это за машина такая? А, это чудовище. Это ККМ-ка. Блин, ну прикольно. Прикольные такие скины, друзья мои. А почему я не продвинулся? Так, спойлер.
на ХКР-ку. Давай откроем, наверное, тоже здесь. Почему я не продвинулся? Рэй, почему у тебя такой слабый гараж? Рэй сделал меня вторым лидером. В плане, у меня слабый гараж. У меня гараж будь здоров, а не слабый. Для меня это нормальный гараж. Чё ты сделал? Блин, да... Какого лешего, блин? Я вообще... Пипец, ребят. Я не знаю, как такое получилось. Почему у меня выбралась формула, блин. Я знаю только одно, что я здесь не смогу выиграть. Тем более у меня даже крыши нет над головой. И уж тем более, да, тут надо погибать. Это бред полный. Я могу выйти вообще? Выход. Да, тут, ребята, лучше сразу сдаться. Ну, потому что там ловить нечего. Я не знаю, с какого, блин, перепуга выпало на эту парашу. Просто не понимаю, как такое получилось. Как у меня перелеснулось. Я вроде бы не кликал никуда, я все аккуратно делал, и на тебе. Ну вот, начинается, короче, хандра вот это вот. Там какой-то сзади новый пилот еще едет. Ух ты, как... Вот сейчас мне понравилось, как мы с тобой залетели. Прям так идеальненько, да? На подлетыши сделали. Но нам нужно вернуться с тобой на прежнее место. Это не так-то и легко. На прежнюю позицию нашу. Это нужно целую гонку выиграть. Слушай, а здесь что, она одна, что ли, у нас? Смотри, новый пилот там уже, а? Все лезет он, все он лезет. Ну да, тут одна гонка, и буквально мы с тобой вот то, что потеряли преимущество, сразу же его и возвращаем. И тем более выиграли 6 гонок. Так, жит. Вот мы вернулись с тобой на прежнее наше место. Здесь получаем награду. Так, зимние шины, стартовый ускоритель. А здесь совсем немножечко, да, осталось? Там совсем капельку, чуть-чуть. Кубок претендентов. Давай-ка я, наверное, кубок претендентов попробую, ребят, проехать на суперкаре. Вот, вот смотри, вот в чем, ребята, этот недостаток. Ты видел, как она подлетает? А у него, у того, она не подлетала так сильно. Он просто ехал идеальненько. А моя машина почему-то очень сильно подлетает в воздух. Может быть, там что-то надо понизить? Какие-нибудь параметры? Типа параметры прыгучести или еще чего-нибудь? Нет такого там? Оу, нифига мы тут. Ну, сейчас прям the best from west прокатились. Да? Да. Ну давай, пусковая шахта. Причем здесь, блин, пусковая шахта? Вот объясни мне, а? Ты помнишь? Ты помнишь, это было у нас в прошлой, ребята, серии. Точно такая же. Ух, нифига мы тут. Нормально. Я выпрыгнул из воды. Да, я, конечно, тут получу последнее место. Но сам факт, что мы опять не утонули. Все равно я здесь первым буду. Ну, по гонкам я имею в виду. Потому что у меня 6 очков, а у них там 4-5. Я выиграл. Так, давай открывать. Так, управление в воздухе. Что там у нас? Прива, hello, roll. Пришедшим. Так, ну что, погнали тогда, да? Гран-при каньон. Берем с тобой наши раллийные авто и поехали. Маневр сделал. Куда ты, тупик? Федор, подожди меня, а? Дядя Федор, пес и кот.
А что у Федора случилось? Федор, что с тобой? У него, по-моему, ребята, горючее, наверное, закончилось. Или что-то в этом роде. Я так и не понял, почему он перед финишем тупанул. Зачем нужен был вот этот, вот скажи мне, прыжок? Никчемный, неудачный, а? Я так и не понял. Давай, 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 давай. Так, ну это вот так. Е! Ребят, для меня даже это самого новость, что мы обогнали с форсажем челика в изи-катке. Пью! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Наташа, я Дубровский. Спокуха. Не гундось мне тут. Так-с, этот паршивец, вот откуда этот бразильский паршивец вообще взялся, а? Утырок несчастный. Вообще не понимаю, откуда он тут вылупился. Я как умная Наташа, блин, поехал, блин, поверху. Надо было... А, ладно, все равно я здесь первый. Так, ну, давай. Забираем с тобой здесь задание, которое завершили. Так, крылья, колесный ускоритель. И еще вот у нас тут красный сундучок. Зимние шины, стартовый ускоритель. Ну что, ребята, приступаем, блин, к развлечениям. Я вот не знаю, завтра стоит ли мне играть в ХКРочку или не стоит. Хотелось бы мне как бы завтрашний день полностью посвятить второму каналу. Игры на ПКшке, конечно. Вот это я, да, вот это я тупанул, ребят. Тупанул, это еще мягко сказано. Жестко вообще сыграл. По-жесткачу. Ну зачем вот это вот ускорение делаем, а? Ну зачем, ребят? Оно же здесь вот, видишь? Постоянно, как только он куда-то вверх намечивается, у него сразу же начинает вот этот дребудень срабатывать. О! Фигачок. Ну он специально, ребят, там попал на эту ересь. Спал и видел, как бы ему попасть-то туда. Ой, как бы мне попасть-то туда? И попал, и надо же, я обделался. О, а мы с тобой не попали никуда вообще. А это говорит только об одном, что мы с тобой здесь сфейлимся, по ходу дела. Да что с машиной-то твою, наверное? Какого хрена ее закидывает, блин, а? Ее просто, ребята, закинуло нафиг. Ну, все, отъезжаем назад. Я думал, что мы сегодня с тобой поиграем, блин, до 36 тысяч кубков. Хрен, по ходу дела, мы с тобой не поиграем. Дойдем до 33 и все на этом. Меньше тупить буду, блин, в следующий раз. И офигеть, блин, эту машину закидывает, как... и причем когда не надо. Понимаешь, когда не надо, блин. Вот это что за дебилизм сейчас был? То ли это когда я начинаю психовать, все идет через одно место. Я не знаю, в чем причина, ребят. Начинает, знаешь, как это? Расколбас начинается вот этот вот. Руки не слушаются, голова тупит, блин. Вот что-то типа того, блин. Ты представляешь, вот здесь, как у меня нервы, блин, ни к черту. А в Shadow Fight? А в Shadow Fight что? Что будет со мной? Все, ребята, это без комментариев. Это просто без комментариев. Я в жизни там, блин, не уничтожался об какую-то парашу. А тут на тебе. Именно в нее попал. Понимаешь? Попал именно ровно черепунделем. О, да. У меня нет слов. Ну и какое у меня будет место? Должно быть, по идее, первым. 7 баллов. Ну да. Так и будем с тобой с места на место. Чуть-чуть набрали.
много слили. Чуть-чуть набрали, много слили. Так вот. Ну что, темные дороги. Темные дороги. Давай, поехали. Темные дороги. Нифига там, формула что ли? Формула, ребята, едет. Формула успеха. Бесит, меня очень, друзья, бесит, когда машину начинает поднимать вверх, именно перед. С какого твою налево фикуса ты это делаешь? С какого, а? Вот объясни мне, блин. Я не понимаю вот этого вот. Тем более, когда скорость не особо большая, он начинает вот этот вот свой выпендрёж делать. Бесевый причем. Давай. Где там? Куда там? Чё там? Вниз, конечно, вниз, ребят. Угу. The best from West. Хорошо, я тут, конечно, сейчас впендрючился, но зато первый. Минус крыша, минус шапка, но зато первые. Зима на носу. А, для тебя это новость? Зима на носу. Зима вообще-то уже вовсю идет. Зима на носу, блин, пишет он мне тоже. Опять этот летун. Что происходит? Давай. Ядрен матрен. Это просто, ребята, вершина пилотажа. Высшего причем. То, что я сейчас вытворил. Эй. По моим гонкам можно, ребята, книги ее мою писать. Это же надо было там сделать, крутануться, перевернуться, встать на колеса и еще. Я не удивлюсь, если мы еще и выиграем. Хотя, ребят, надо быть аккуратным. У нас нету крыши. Вот, и поэтому, если какой-то косяк, мы можем просто размазаться. Но, благо, все у нас отлично получилось. Фьюх. Я с замиранием проехал эту гонку, ребят, думал, сейчас не дай бог куда-нибудь вмажемся. Крыши-то не было. Поэтому там любое элементарное касание с потолком, и все. Мозги остались бы на потолке. Ну, давай попробуем здесь прыжки на нашей Феррари. Офигеть, я на Феррари, а они все на байках, да? Кто там на байках? Еще под ускорителями. Красавчики. Опа, ты видел как? Ты видел, как я их сделал? Как сосунков, ребят. Как полнейших сосунище. Блин, не нравится мне, не нравится. Приходится вот эту перегазовку делать вечную. Опа. Нормально. Я удивлен, что там этот чувак, который не на супербайке едет, а на суперговне вот этом вот, который сзади. Он еще как-то умудряется здесь что-то сделать. Понимаешь? Он что-то там умудряется еще, он прилететь чуть ли не первым. Да, вот такие вот пирожочки. Ну что, забытое шоссе, само собой, ребята, сразу же для нашей супертачки предназначен тут чудовище. Так, у нас формула. Формула на хвосте, друзья мои. Ауч. Блин, надо было. Ай-я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 й. Ребята, как же так-то? Как же так? А ведь кто-то там ушлепался. Подожди, подожди, какой горюч, какой лофуил. Ну доедь.
Да, блин. Ты серьезно? Продинамили всем, кому только можно. Трэш. Ну, поехали дальше. Ну, я не думал, конечно, что мы вот трассу проиграем. Как чудовищу проиграть? Ну, как это можно чудовищу вшивому проиграть? Не знаю. Давай, родной, шпарь, шпарь, как никогда. Здесь нормально. Слушай, ребят, ну, по идее, самая скоростная тачка в игре. С какого перепуга ее раллийный авто, блин, не то что напрягает, он с ней на равных едет. Что за дела-то? Объясните мне, пожалуйста. Давай, 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 не тупи, не тупи. Папин топорок есть. Все, шикардос. Ну что, последняя у нас гонка на этой фабрике. Большевичка, блин. Да едь ты, твою налево, блин, нормально жут. Дурака-то, блин, врубаешь. Давай еще перевернись. Нет, нормально, выровнялся. Слава богу, стабильно, стабильно. Все, проехали. Фьюх. Так, ну что, воскресный, друзья мои, чемпион у нас тут. Давай посмотрим, что у нас тут сможет сделать воскресный папа в этом воскресном чемпионе. Че, нифига он там наедет. Ты посмотри, какая там скорость, ребят. Ну, лучше не придумаешь, да? Перед финишем взлететь в космос, ё-моё, и смотреть на это все. Дебилизм полнейший. Чтоб ты впендрючился куда-нибудь, а? Зараза. Да его не догнать, ёп, просто этот еще обгоняет меня. Вторым все-таки я. Все-таки, ребята, я вторым здесь приехал. Ну, ты знаешь, я тебе скажу следующее. Это он на... на примехоньких дорожках. Ага, видел? Секундишка. Сбрасывает, он сбрасывает, ребята, скорость. Он сбрасывает скорость и... все. А я не знаю, каким я буду. Я, наверное, буду вторым. А, тут еще гонка. То есть 4 гонки получается. А в какой-то, блин, дебильный камень там споткнулся. Ну, представляешь? Куда он полетел, эй? Офигеть, он там летает. Квазимода, блин. Я не знаю, как, ребята, у него получается. Куда-то летает там в космос, не поймешь, блин. Зеленый кубок. Ну, поехали. Хотя, наверное, зеленый кубок надо было нам тоже брать на суперкаре. Наверное, да? А вот он, наш зеленый. Куда? Машина, вставай ты на колеса твою налево, блин. Тупорылая, блин, не могу, прям вымораживает меня. Вот ты смотри, мы ехали с тобой вообще идеально практически. Из-за вот этого дерьмища, блин, который вот поднимает машину когда. Все, мы с тобой сфейлились просто здесь. Из-за того, что ее задрало кверху. Плюс там еще споткнулись обо что-то, блин, ну, в общем, как всегда. В общем, все, что как мы любим, блин. Ну, ты будешь сегодня ехать-то или нет, а? Нет, ребят, меня вымораживает вот это все. Ты видел, как она? Она едет и начинает скорость терять. С какого ты перепуга начинаешь терять скорость? Я же не сбрасываю нифига. Непонятно, блин. Я не понимаю вот этого. Начинает сбрасывать скорость. Я не нажимаю. Он еще обгоняет меня.
Да мне плевать, что он на монетном ускорителе, блин. Не, если у него, конечно, там не супер-пупер прокачан монетный ускоритель, тогда да. Да я сомневаюсь, что он у него нормально там прокачан. Надо нам что-то менять в нашей машине. Потому что она уже отстойно начинает ездить. Или менять, или прокачивать. Тут два варианта. Ускоритель этот почему-то в последнее время вообще, ребята, не срабатывает. Прикинь, я вот только приземлился, и уже тачка едет. Причем я летел по воздуху. С идеальной, ребята, как сказать, с идеальной техникой, блин, так можно сказать. И он уже тут как тут на хвоста упал. Каким образом, непонятно. Давай ты заезжай сюда. Колеса наши эти не помогают нам. Не знаю, что здесь делать. Вниз по трубе. Вот и заметь, ни у кого машину так не подкидывает, как у меня. Я вот сколько раз смотрю, ни у кого. О, чудило. Не сработался, паренек, не сработался. Все. Фью. Найс, просто найс, друзья мои. Так, что у нас тут получается? Новые колеса нашли. На что дать новые колеса? Я никогда не буду ездить на моноколесе, ребята. По своей воле. Ну, ты сам знаешь почему. Моноколесо. Чуть-чуть как-нибудь пригорок или еще что-нибудь. Все, носом пробарахлил. Там еще что-нибудь носом пробарахлил. Нафиг это нужно? Так, это кто там у нас? Багги, что ли, на свистульках там шпарит? По-моему, багги, ребята, на этих, на супер-турбо-ускорителях ехал. По-моему, он. Но реализовать он почему? Вот, да, вон он стоит. Что-то там пытается, пытается, и у него ничего не получается. А я без всяких этих попыток нормально. Вот сейчас вот сработал буст аж два раза, ребята. И нормально, причем в нужный момент все сработало как надо. Это такая большая редкость, когда он срабатывает в нужный момент, в нужное время. Ага, я помню этот прикол. Чудило. Летел такой, на крыльях ночи. Танцуют идиоты. Ну что, давай откроем. Ну что это? Ну спойлер, блин. Ну спойлер на моноколесо. Ну нафиг он там вообще нужен-то? Ну скажи ты мне на милость. Спойлер на моноколесо. Вы бы еще, блин, е-мое, на ботинке бы спойлер бы придумали бы, блин. Ну серьезно, аж просто до психоза, ребят. Мне, опять же, здесь, ребята, помог буст. Вот сейчас он там слышал. Наяривал. Так, великолепно. Так, вот здесь вот. Вот здесь вот как-то не очень, наверное, будет хорошо. Хотя, почему не хорошо? Все просто замечательно. Да ладно, он проехался по этим камням, как будто это тротуарчик, ты понимаешь? Этот Angel Pro, блин. Ну как на этом говне он может проезжать по валунам, как по тротуарчику? Да это невозможно, ребят, с его низкой чертовой посадкой. Пошел я вниз, короче. Надо было по уму-то ехать вниз. Черт, меня наверх. О, давай, давай.
такое есть. Ну, тут хорошо получилось все. Все, блин, получилось прям как нельзя лучше. Так, друзья мои, кубок Штормрайдера. А сколько, блин, там гонок? Ага. Это немножко другая, да? Это немножко другая, ё-моё. Так, блин, нормально разобрался, разогнался, скорость взял, все отлично, и на тебе, блин, впендрючился, ну а чё? Чё бы не впендрючиться-то, да? Понятно, уже последним еду. Поехал, называется, по верхушкам, блин. По верхам захотелось проехаться. Ну что, проехал, серый, по верхам? Молодец, красавчик. Поехали, блин, по верхам. И последними мы приедем. Ну да, ребят, четвертым еду. Все. Лучше не придумаешь. 0 очков, 0 баллов. Кубок Штормрайдера, блин. Не удивлюсь сейчас, не? Нормально? Я думаю, сейчас опять впендрюхаемся. Так а чё, друзья? Ну что это? Это ничего мне не даст ровным счетом, потому что... Ну даже если выиграем, даже если возьмем с тобой 3 балла, это... Это ни о чем. Ой, дурень. Просто дурак. Набитый манной кашей. Что еще можно про это сказать? Идиот! Идиот с бульвара Капуцинов. Ж надо было так тупануть, а? Я хирею сам себя. Просто сам себя, ребят, перед финишем взять, перевернуться. Дебила кусок, блин. Ну давай ты обгоняй ты это хламье, которое сзади там тащится, блин. Стоишь, лыбу давишь, блин. На идиота на этого смотришь, блин. Ну, опять машину задирает. Опять ее задирает, а? Ну давай, давай. Ну, ребят, ну это все, это тупизм, блин, не могу, у меня же слов нету. Ну что это? Что это вообще происходит со мной, блин? Ну все, ребят, это уже... Я даже не знаю, как это назвать. Тупизм. Маразм. Старческий, блин. Ни у кого машину не превращает, а мою колбасит, как я не знаю кто. Да, спасибо, хоть первое место взяли. Спасибо вам огромное, блин. Надо себя как-то контролировать, друзья мои. Я не знаю, медитировать что ли, блин, стать. Или что делать? Что делать? Как это, знаешь? Дышите глубже, дышите глубже, дышите глубже. Ну что так? Дышите глубже, блин. Ладно, хотя бы не разбились. Болотистый кубок. Нахрена я в болотистый кубок взял вот эту вот машину, а? Ну нафига ты ее взял, Рейд, тупорылый ты, а? Идиота кусок, а? Пипец. В болото взять вот эту машину. Ну не дебил ли, а? Ну на самом деле. Это ж болото твою налево, блин. Тут вот такие вот... Я просто поражаюсь своей тупости и глупости, я не знаю. Я лучше буду молчать, это без комментариев, друзья. Это просто без комментариев.
Ну, раз ты заехал, давай езжай наверх, поверху. Фиг ли ты. Давай, 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 давай. Фух. Замечательно. Молодец, красавчик. Съешь конфетку на полке. Так, друзья, нагорный кубок. Для нагорного кубка не хватало только нам с тобой взять просто-напросто байк и размазаться там об стенку. И смотри, а тут есть. Тут есть байк, который так поступил. Ага, здесь-то. А здесь-то дрещеныш ты будешь гнать, да, парень? Он боится, правильно боится, что размазаться может там. Поэтому он, естественно, тихонечко, аккуратненько едет. А я в этот момент как бесшабашный, безбашный парнишка, забивая болт на все, начинаю чесать. Ядрен ты, Петрон, а? Ну хотя бы вторым, ребята. Хотя на самом деле я мог бы взять первое место. Я не понимаю, почему мы не долетели. У нас было и ускорение, и все. Что там помешало, черт узнает. Ох, друзья мои, сколько я нервов сегодня здесь убил с этой игрой, а? Каких-то 3000 кубков надо было взять. И я вот так вот так обделался. Причем вчера обделался и сегодня обделался. Ну как вот это вот ХКР может меня обогнать? Ну что такое-то? Ну нет, все. Блин, до последнего мы боролись. Если это можно назвать, боролись. Не надо залетать туда, пожалуйста, не залетай. Ну давай ты напрямую. Ну... Так, ладно, мы вырулили. Иди ты! Еще не хватало мне, блин, последним здесь приехать. Поехали, идеальный старт, все нормально. Давай, газуй, газуй, Рэйчик. Газуй. Я верю в тебя. А вот то, что горючее мы не взяли, это не есть гуд. Давай, запрыгивай. Есть. Красава. Нормально, ребята. Но это еще не конец. Это еще не конец, друзья мои. У нас еще одна гонка. Кубок пустыни. Нифига там тачка, смотри какая. Рожа фараона. И это на чудовище. Неплохо он там шуршит. За счет чего ты, парнишка, там набираешь скорость? Скажи-ка мне. Ты скажи-ка мне это на ушко. Я все-таки, ребят, первым приехал. А чудовище приехало вторым. Тебя это не удивляет? Нет? А меня удивляет. Я не ожидал, что просто чудовище может такие делать, ну, как это сказать, показывать такие результаты. Так вот скажем. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, отлично. Нормально, ребят. Два первых места, это уже победа в заезде. Это уже победа в заезде. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. А ну-ка ся. Почему буста нету, а? Может, я хотел, чтобы... Не надо! Идите, паршивцы, отсюда все. Тягач там присосался еще сбоку, припеку. Пускай покурит носки. Чьи-нибудь. Все, друзья.
Да будет дружи, да будет победа. Зимние шины. Великолепнейш. Просто ништяк. Вау, новые колеса на автобус. Ну, это меня не радует, потому что это автобус, ребята. Ладно, не шумите, я спа. Гелифиш. Так, у меня скин как у Рея. Так, я рофлил. Да, шучу. Так, подожди. Поехали, мы проедем в зиме, блин. В зиме, в зимушке, в зиме. Мы проедем. Ну, поехали. Машина не прокачанная, само собой. Особых результатов. А выскочка, кстати, тоже не прокачана, ни шиша. Ого. Выскочка не прокачана, ребят, но тем не менее нас обогнал. Ну хорошо, гаденыш. Обогнал. Ничего не сделаешь с этим. Что, выскочка? Обделался? Не хватает тебе скорости, да? Нет, смотри-ка. Заехал. Небритая башка. Ну-ка, аккуратнейшим образом. Не перевернись, не вздумай перевернуться только. Так, нормально. Вот здесь мы с тобой потянем. Вытянули. Ну, чего такое-то? Эй! Ты... Дебилизм. Ну, дебилизм, ребята, первой категории. Ну, по-другому, блин, не скажешь. Банели. Какие ты, парень, хочешь банели? Шпумпели не хочешь? Так, слушай-ка, давай-ка мы... Поехали. А что это? Что это мы там давим? Я не пойму. Подарки какие-то давим. Ну, а это... Я не могу понять, почему у меня не сработало ускорение, которое должно было сработать. Хо-хо-хо, там у Санта-Клаус орет. А, так тут вон что, тут с подарками мы едем. Так, тихо. Я, по-моему, ни одного подарка, ребята, не довез. В корзинке абсолютно пусто. Ну, давай попробуем вот на этом красавце проехаться. Угу. А теперь на этом красавце. Ну, ядрен матрен. Марс этот, Сникерс, блин. Он поехал понизу, а я поехал поверху. Ёк-макарёк. Ну, а чё, чё ты хотел-то? Чё ты хотел-то? А? А мы тут что, втроем? Джуст отстал от нас, я смотрю. Ну давай, нахлобучивай. Вот он, финиш. Ну, главное, приехали.
Ну, отлично. Так, ну что, друзья мои, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!